Очень хорошо, конечно, сделали. Они выбили за одного. То есть два хардкэри есть, получается, у мебров, которые дропнули береты с армором, и один уже остался красный. При этом два игрока еще без армора. И, получается, сейчас пытаются принимать у нас мебры на ребрах. Два игрока у нас стоят на сайте на площадке. Но будет тяжело. Пытается стрелять Сафи, не убивая сразу, и сами сразу убивают. Убивают также и Сафи. У нас остается 41 игрок с беретами на коврах. Если он прочитает, он убить, сразу пытается стрелять на косы до красных, но в итоге никого не убивает. Три игрока без размена отваливаются у нас у мебров. И вынуждены хелповать у нас два игрока другого планта, потому что один из них с красным ХП, а другой без армора. Убивают у нас также еще экзита, остается только Бернзан с красными ХП. Он же явно даже не будет пытаться что-то здесь делать, будет пытаться засейвить свои береты, свой арморчик, свой смачок. Uh-huh. И может быть, получится еще 300 баксов нафармить, если кто-то к нему неосторожно придет. Пока вот мы видим... Стереспа продвигается у вас. Они с двух сторон, посмотри. Ой, ну ладно, за Бангост. Ну бросьте это дело. То есть я думаю, знаешь, вот мы смотрели прошлые команды с тобой. Они бы просто полетели. Они стоят. Надо попытаться угадать. Стакают они базу В. В большинстве своем вейк от команды за Бангост. Раскидка полетела. А Блиц просто байтит на себя. Важно, что он это делает не с ППшкой, а с калашом, чтобы было сильнее верить в этот фейк. Ну и Сафи пока дают очень важный минус, на самом деле, по Дейсай. Там в итоге фейк не сработал, перетяжки никакой не было. И монголцы идут целый капкан, здесь толпа оппонентов. Убежать на точку А уже не успеет, скорее всего. 910-е открытие. Знаешь, что один игрок на КТ понимает, что оппонент должен быть еще и за тройкой. Прилетел им прострел небольшой, техно спасает пока что. Попытка залезть дальше, отстрелили люркера. Ну и Эксит все еще живет за тройкой, важнейшая позиция. Надо давать киллы, там тиммейт батит на себя изо всех сил. 12 секунд остается. Экзит соло против двоих, перестреливает 910-го. И один в один против Дзиньо дуэль уже не вывозит. Дымовая завеса имеется, но хаишки летят очень больно. Выпад, есть килл. Бронза пытается разменяться здесь до конца, но техно перестреливает его. Просто смог, конечно, залетел лагерков, и его могли два игрока встречать. Он не побоялся, промахивается у нас Сафи на медле. Очень, по идее, халявный фраг для него был, но ничего, спокойно отходит, отбился вот еще. Ну, в этот момент игрок атаки выходит в этот смог. Не успел раскрыться, он еще убивает у нас дропа, и в итоге остается опорник. Он только один, ему очень тяжело, он пытается принимать лонг, он не попадает, его убивают, и плант чистый. И уже оставшиеся игроки под голов просто идут загонять последнего оставшегося экзита. Занялись. Молодцы за монголс, пока все делают четко. Пытается выбить последний девайс, делают это вместе, там спином Зинью уже обходит, но экзит прям изо всех сил вцепился в эту эску и будет в следующем раунде катать именно с ней. Но я думаю, за краем смока они не найдут, поэтому лучше накинуть светошумовую и... Ой, слушай, а там один экзит, а где еще? Где тиммейт? А тиммейт вообще ушел. Тиммейт убежал. На флешке, видимо, стоял. На флешке стоял, да. Ой. Это, конечно, Молик ему за тройку выжигает, он пытается выбежать на широкую мансити, но мансити получается, как ты будешь мансити-то в Молике, брат. И погибает он, и в итоге хелпа уже, конечно, достаточно близко, но смог уже в хелпе что-то сделать будет тяжело. Но 3 в 3 ситуация, дефов нет у ребят, нужно какой-то шальной хедшот поставить. Опять же, везде лежат смоки, нужно куда-то ворваться, но идти рано или поздно закончится. Открывайте у нас на 910-го, он не промахивается. Убивает Insane, уже остается только два игрока, им уже даже засейвить тяжело, они должны идти до конца убивать веб-плант. Я думаю, Мзинью сам сейчас придет, потому что надо куда-то монголцы идти сейвить, они будут делать это вместе. Да, врывает, убивает Сафи без проблем. Но последний, заработок денег пошел, что за бизнес? Ну, небольшой. Небольшой, не крупный явно. 5-0 пока что за командой The Mongols. Ну, это выше всяких похвал. И такие плей обычно делают прям ярко выраженные тир один команды. Опа. Крейси у нас идет по мигу, попали у нас игроку в ребрах, куда залетает Бронзан, прям ям, трое игроков заходит, пытается Сензу расстрелять, не получается у него, разбег пока в пользу ТТ-шников, 90-й заперт в яме, стреляет, не попадает, и 3 в 1 уже ситуация, игрок остается у нас только люркер, один в коврах, бомбы у него нет. Есть информация, догадываются КТ-шники, где он находится, они понимают, что он, скорее всего, где-то там как раз остался, что это крайний игрок, по точка смачок ему уже подкинули, он будет пытаться под него мутиться, но опять-таки КТ-шники все понимают, сейчас на пользу игрокам Монголс играет только то, что один игрок дроп все-таки зашел,
Вместе. Ловит, убивает на сцене, остается один нас только на бадане экзит, и где-то его разменивает, но вот очень близко был игрок монголов, сейчас был запушен. Такая классика, знаешь. И самое главное теперь, ой-ой-ой, монгол летят пятером на банан, это уже очень опасно, и опасно для команды Мибар. Слушай, ну, тут тоже монголцы такие подумали, что-то в мидле не получается, побежим на банан пятером, они просто ворвали и уничтожили своих энеми. Был именно так точка, за которую идет вся борьба, но в случае с... В этом матче эту борьбу раз за разом выигрывают именно монголы. Аешки. Но вот теперь у Мэйбиар очень крутой сетап. Тут главное не погибнуть в какой-то неприятный размен. И этот размен, я считаю, все же неприятным. Все-таки один в один. Конечно. Инфу по банану нет. И тут же за монголс понимают. Трое было на Б, осталось двое. А давай-ка мы зайдем в апартаменты. Тут, скорее всего, пусто. Потому что вряд ли защита борется и за банан, и за апсы. Ну, Мюр, конечно, тоже немножко потеряли тайминг, уже идет, уже идет выход у нас на Аплан тем временем. Убивают нас сразу авик, убивают нас дропа и развалились, не успели перетянуться у нас в итоге мибры, хотя очень быстро начали перетяжку, практически сразу после размена банани они стали уходить, но монголы сразу в этот момент копировали, вышли ковры, убивают нас еще 910-й инсейн, остается один у нас только экзит, понимает, что сейвить нужно, денег он... Деньгами, кстати, и там все, так получилось, понял. Что игрока на балконе убили... Он был в блайнде. Игрок в дефолте тоже был в блайнде. Он не смог банально разменяться. Хотя по факту, ну, Сафи-то все сделал красиво. Представь, он дает килл. Инфа собрана. Его пушат, входя в молик. И тут, по идее, должен подключаться тиммейт дефолта. Но он был в блайнде. Его расстреляли без особых проблем. Эксит борется до конца. За попытку засейвить. Будут дожимать его, понятное дело. Денег у монголов много. Надо убивать. Простреливать сквозь смоки. И вот теперь экономическая ситуация у Мэйбиар не такая хорошая. Ну и за монголс надо уже бежать через двадцатку. Тут на лонг заходить вообще никакого смысла нет. Сейчас посмотрим на силу этого перекрестного огня. Очень важно, чтобы Брэнсон быстро не отвалился. Его пытается вычислить Близ. Побежал, увидел, минус голова, все. Теперь проблема у Мибров начинается. Их жмут с двух сторон, они фонятся за все позиции и погибают. Ну вроде бы угадали, но это не помогает. Они втроем смогли убить только одного техно. Да, как будто бы в этом матче, помимо прочего, у них даже есть проблемы со стрельбой. Они практически все дуэли проигрывают. В первую очередь на банане, конечно, но не только на банане. Даже при заходе на арту, на ребра, минус теряет, сейчас Сафи опять не попадает. Проблема взаимного. Загоняет с двух сторон, конечно, убивает нас, разворачивается на Дивию, но если вот... Кстати, нет, второй фраг дает. Брат, где же ты раньше был? Почему ты себя в начале раунда не видел с такого фрага? Это же другой авик. Да, и другой авик 910 его убивает. Просто банане летит у нас снова опять по наглости. Но, кстати, мог все равно, Бранзан все равно мог погибнуть, то, что он словил флешечку. Им Зиню дает уже ответный фраг. Там прострел вообще слетел. Прострел! Это было жестко. Ну все, 4 в 2, ребята, не пушим. В 2 плюс 2 встанем. Есть гранаты, есть молик, есть смог. На таком тайминге можно просто жить. Ну как прошел Мзиндю, как он просочился. Мне кажется, это довольно опасно. Игрока на 15 нет. Уже закрыли. Не если он нет. Даст килл, это будет конец. Там сидит у нас дроп в песках, дропа вычисляют. Там хаешка плюс молик, вот это комба. Нашел островок безопасности для себя, тиммейты расстреляли. Про дропу нет инфы, но замечают его, это килл от Мзиндю. Соло вскрывает этот плент, уже 3 килла. Потенциальный эйс. Команде Мэйбиар теперь предстоит очень тяжелый ретейк. Да, все очень грамотно сделали у нас монголы, просто отрезали игрока на малых смоков. Он вынужден был со своим авиком бедняга врываться в этот смок. Конечно же, у него ничего не получилось, его убили. Ну и дропа мы тоже видели, как жестко захейтили. Конечно, вот Айкс у нас полтертек с 20-ки, кстати. 2-2 еще может получиться, но очень хорошо. Стоят у нас монголы. Авик сейчас попадет, да, блиц не промахивается. Зинь открывается у нас на 20-ку и убивает на спину Брадзана. Ну что, первая половина получается у нас просто разгромная, ребята. Ну, возможно, да, было дело в пинге. А мейби сейчас просто супер подготовка. Так, у нас тут половина пистолетки прошла из Монголс ее. Ну, там, видимо, 18+ был контент на банане. Да, поэтому решили нам не показывать. 12-1, друзья, за Монголс. Все, они в шаге от того, чтобы пройти в следующий этап ласченца. Да, вторая половина только началась, и, мне кажется, уже сейчас может прямо закончиться. Настолько быстро все идет. То есть за минуту 20 отыгралась пистолетка. Вот так. Пытались зеркалочку, да, на банане сделать, ничего не получилось. Просто приняли без шансов у нас. Угу. Ничего не помогло. Очень сейфово, конечно, монголс у нас стали. Смотри, полностью отпустили ребра, хотят издалека играть. Может, это злую шутку с ними сыграть, потому что их вот просто смоками отзонить. Да, отзонивает у нас блица, убивает его в смок, пробегает уже у нас по малым, зажимает в клешни. У нас игроков в дефенсе, им очень тяжело. С Фомаса тяжело, конечно, стрелять. Убивает у нас одного игрока Мзини, убивает у нас плант. Мзини пытается жить, убивает еще одного игрока у нас монголсов. Но, да, господи, Мибров, конечно же. Но
В итоге плант у нас занят. Два игрока дефенса подходят. По гранатам. Гранат очень мало. У нас у Днепров что-то будет отзонить тяжело. Ну, Монголс тоже, а ютилити особо нет. И это даже будет сейф. Вот такая дисциплина. Да, душка продолжается. Мибр, кстати, решили банан не контролить. Хотя, казалось бы, сейчас идеальная ситуация. Много гранат, дроп. Уже уничтожает блица. Размена 910-го. Приемочка пошла. Есть у него, кстати, тиммейты. Там Зиньо, который уже пропушил апартаменты. Собрал кучу инфы. По банану знает Монгол, что там пусто. И, по-моему, это есть шанс. Есть шанс закрыть прямо сейчас. Да, приходит сюда игрок с эской. Ликвидирует дропа. Ситуация уже 3 к 3. И это мы еще им Зиньо не видели. Поймать может сейчас Зиньо. Да, но сейчас будет тяжело пойти ему в голову. Да, его все-таки контролит. Два игрока его ожидали. Несмотря на то, что достаточно неожиданный поджим. Кого-то может, если услышат нашить, но у нас тем временем мибры идут на шифте. Нашить не получится. Но техно, по идее, читает. Он не палец, может спину сейчас ловить. Три спины! Нет, не чекают! А как так, ребята? Вы что? Второго убивает! Чуть третьего еще не убил. Вылетает на смог Сензу, добивает у нас Бронзана. И монголзы 13-2 выигрывают. Никаких шансов у нас не оставляют Мибрам. Даже в какой-то момент показалось, что что-то у них получится. Что, может быть, хотя бы сколько-то раундов смогут забрать. Не такой стыдный будет, не такой разгромный будет счет. Но нет, 13-2, ребята.